У нас сегодня потрясающий рассвет. Мальчишки вообще встали настолько рано, что даже еще солнце не вышло. Оно только начинало просматриваться за пальмами. В принципе, оно только сейчас начинает восходить. И, кстати, у нас, походу, здесь будет очень красивый рассвет. Сейчас я вам покажу. Я уже вышел на балкон. Это у нас, значит, банановые плантации. И вот, посмотрите, солнышко. Вот отсюда вы из вот этого дома прямо сейчас будет выходить. Класс. А здесь справа у нас шикарнейший вид на море. Солнце, кстати, туда уже дострелило. Видите, все домики подсвечиваются. Начинать утро с таким видом — это бесценно. Это великолепно, это очень прекрасно. И я каждому желаю начинать свое утро вот таких вот красот. Спасибо. Мы сейчас в полном составе нашей команды едем в комплекс Serenity, где как раз сейчас живут ребята. Они там сняли жилье. Вот. И покажу полностью про этот комплекс. Мы приехали. Serenity Resident. Как переводится? Резиденция Сирени. Слушайте, а в каком году сдали? Сдали вот буквально недавно этот комплекс. Ага. Открытие было шикарное. Сейчас Суши, будет вставка шимпанцы. Презентации, как это было. Заходим на территорию, здесь, естественно, охраняемая территория, все как любят турки, охранник, пропуска, все верно, по пропускам здесь. Строился, значит, 1,5 года комплекс. Обожаю эту штуку, когда делают раздельный мусор. Вот, можно увидеть, насколько он симпатичный. Виды мы сейчас посмотрим. Фонтанчик. Самое шикарное — это подъезд. Вообще в Турции за такие деньги делают такие подъезды, что не то, что как бы в Турции, а вот в Алании, в основном в Алании. Чувак, мы готовы заходить? Просто, друзья, любуйтесь. Вот это подъезд, парадная группа. Ну, я не знаю. Да. Здесь так вот, видите, зоны, где могут люди попить кофеечек, поработать. Какие здесь люстры, естественно, вечером здесь все светится, подсвечивается. Сейчас мы выйдем туда, на задний двор. Пойдемте, это просто великолепно. Сейчас, Юль, момент. Здесь отельный тип, ресепшн. Естественно, когда ты здесь живешь, либо снять квартиру посуточно, тебя будут регистрировать, как в отеле. А сейчас мы проходим на задний двор. Блин, да вы что? У меня просто нет слов. Вон, девчонки тусят на лежаках уже. Хорошо, тепло. А какое сегодня число? Кайф. А сегодня второе декабря. Представляете? А у нас вот такая вот обстановочка. Жирафики. Обалдеть. Бассейн даже еще не спустили. А в нашем комплексе, где мы живем, они уже это та. Вечером, посмотри, какая красота. Обезьяна. Вот так вот сидят обезьянки. Жирафики. И вечером все это дело подсвечивается, да, вечерние кадры здесь вообще не менее привлекательные. Полукруглый такой дом, двор. Блин, слушайте, во дворе такая красота. Я не знаю, я от Турции охую-ахую от всего, от цен, от комплексов, от отношения, от еды. Сейчас пойдем, я вам покажу. Красота. Может быть, мы покупаемся сначала? Позже, после шашлычков. Так. Смотрите, тут сразу, вот вы просто вдумайтесь, да, вы вот тут, значит, покупались такие, полежали, позагорали, как вон та мадемуазель,
Здесь есть такие бунгало, которые, друзья, совершенно бесплатные. Это все входит в стоимость проживания либо посуточного, если вы здесь снимаете, либо если вы здесь купите себе квартиру, то у вас все это тоже будет входить. Вот она, зона барбекю. Самый кайф, что у вас есть всегда туалеты, что вот очень не хватает в России, нигде, нигде их нету. А здесь они нормальные, классные, посмотрите. Шикс, все, плиточка, все красиво, все очень-очень аккуратно. Ой, вообще какая красота. Вечером можно спуститься с семьей, пожарить шашлычки, рыбку, класс. Овощи, гриль. Это просто невероятно. Посмотрите, все у вас, такая вот печечка. Это не просто мангал, это печка. Кстати, как у вас как на Белой даче. Да, у вас примерно то же самое стоит. Классно, здесь есть раковина, где сразу же можно помыть и не тащить эти запахи в свою прекрасную, шикарную квартиру. Посмотрите, какая забота. Здесь есть розетки. Вы не просто можете отдыхать, вот здесь вот включается свет, вы еще и можете подзарядить технику, и таких столиков вон сколько. Обалдеть. Сейчас пойдем посмотрим спа-зону. Спа-зону. То есть ребеночка спустил вниз, отдал. Здесь. Детскую комнату здесь, в комплексе. Здесь есть в комплексе детская комната с нянькой. Да? Куда вы спокойно приводите своего малыша. Мамочка привела и пошла заниматься своими делами. Да, в спа, в бассейн, там туда-сюда, как говорится, на чили, на расслабоне. Мы детскую комнату тоже можем показать. Это классно. Здесь ресторан внизу. Здесь от скольки стоит? Здесь от 75 тысяч евро, 1 плюс 1. Вот, у вас будет, вот у вас все это будет входить в эту стоимость. Блин, ну это, я не побоюсь этого слова, это дешево, правильно? В спа идем? Да, пойдем. Мы пойдем везде пройдемся. В спа. Это вот вам обзор этого комплекса, друзья. Пишите по ссылочкам, приезжайте, бронируйте. Спа-зона. Заходим уже в нее. Можно спускаться в халатике, угу, из дома. Как в отеле, только это квартира, понимаете? Да. Тренажерный зал. Вот, есть тренажерочка. Всем можно пользоваться. Ага. Все новенькое. Все совершенно бесплатно, я повторяться буду. То есть пришли, потрясающе, позанимались. Вам не нужно покупать абонементы никакие вообще никуда. У вас здесь все весь есть. И главное, смотрите, с каким видом вы будете заниматься спортом. Это не насмотреть на серую Москву из окон спортзала, а вот с таким вот кайфом. Да. Так, идем дальше, да? Да, идем в спа. Сейчас самое интересное, то что любят все девчонки. Массажи. Да, ну массажи это, естественно, дополнительная цена, правильно? Сейчас нам все тут покажут. Наверное, расскажут. Ой, тут уже, конечно, пошли все. Первым делом нереальные запахи. Вау, это подогреваемый зимний басик, в котором, как вы можете заметить, не так-то много людей. Прыгаем, да? Да. Вот они, душевые кабиночки. Посмотрите, как классно все сделано. Самое главное, вот вы плаваете и с каким видом, так же, как в тренажерочке. У вас есть лежачки, сюда простреливает солнышко. А здесь есть витаминный бар. О, видите как? Девочки из Бали делают массажи. Вот так вот, витамин. Я не знаю. Ух, нет слов, одни эмоции. Вот это очень невероятно. В любое время. Переодевалка, женская. Класс. В любое время дня и ночи вы можете прийти и просто. Витамин А. И просто вот так вот каждый завершать свой день. Общая сауна. Ага. И хамам. Можно зайти посмотреть. Вау. Ой, как тут тепло, как хорошо. Да, посмотрим. Голых там нету? А то да. Там будет? Нету. Посмотрите, какая замечательная штука. Как ложитесь тепло на эти камни и просто пропаривайтесь как нужно. Шикарно. Ну, здесь сауна. Ага, вот так. Погреться. Красотища. Какая здесь? Смотрите, температура 65 градусов. Ну что-то это не по-русски. Слабенько. VIP reception. Здесь проходят массажи. Вот. Здесь, конечно, массажи это все дополнительно стоит денег.
Вот примерно, вот они по суммам. Какие здесь запахи. Женская, женский хамам. Во как. Отдельно для женщин. Да. Там общий у нас был, а здесь отдельно для женщин. Потрясающе. Тоже сауна, все есть. Ну, аналогично, да, тут сауна, но это именно женская отдельная. Красиво все сделано. Мы куда-то бесконечно идем. Вообще класс. А здесь джакузи, кстати, есть. А, это VIP-спа. Это тоже, ну это же дополнительно или нет? VIP-спа. Это все бесплатно. А, это все бесплатно. И это все бесплатно, просто. Обалдеть. Вот сюда вы можете прийти. Полежать в джакузи можно, отдохнуть. Вообще, гляньте, какой сервис, друзья. И это все входит в стоимость. Как это вообще возможно? Обалдеть. Нереально круто вообще. А это как-то, ну, нужно заранее бронировать, да, эту випку? Просто заходишь, записываешься и все. Здесь массаж. Массажный зал. Здесь зона отдыха. Ну, это просто вот ты расслабился, попросил себе, заказал чай, кофе, сок. А летом можно выходить на улицу, вот здесь вот есть такие вот кайф лежачки. Мы здесь как раз уже эти всякие матрасики проходили. Да, здесь вот можно тоже летом загорать и купать. Вот это кайф. Мы вернулись, значит, на ресепшн. Здесь сейчас пойдем в детскую комнату. Я еще покажу здесь вам кафе, которое здесь же есть. Я, кстати, увидел, что здесь так же, как и в том комплексе, где мы сейчас живем, есть прокат автомобилей. И вот они, указатели, смотрите, Kids Club. Синема – это кинотеатр, ресторан, маркет и офис. Проходим. Вот здесь магазин, надувашечки. То есть все первое, так сказать, необходимое у вас здесь есть. Единственное, что я заметил в этих магазинах – нету овощей. Вот оно, кафе. Смотрите, сколько здесь людей сидят, работают. И самое, что интересно, если в России ты работаешь дома, тебе, кстати, нужно куда-то гнать. Хочу сказать про фишку. Здесь есть номера на первых этажах. И если клиенты покупают квартиру в этом комплексе, то есть возможность заселить своих гостей там, или друзей, знакомых на неделю в этот номер бесплатно, раз в год. Во. Вот, на первых этажах вот эти номера. Вот так вот, видите они? Вот это номера как раз для таких людей. Сейчас вот playgrounds. Как раз мы сейчас вот и проходим с 8 до 9 в детскую комнату. Здесь туалеты, здесь всякие, видите, пул-зоны, есть бильярд. Это все совершенно бесплатно. И вот она, шикарнейшая детская комната, где, а, наверное, разутваться надо, да? Да. Быть, хочет, мультики, да. Вот, видите, здесь просто детки могут посмотреть мультики, также с прекраснейшим видом. Есть, значит, у всех свои шкафчики. Посмотрите, какая красота. Горка, мячики. Вообще великолепно. То есть, и вот сразу выход есть даже на детскую площадку. И вот теперь вы вдумайтесь, если вы купите даже самую лухари квартиру в России, сколько дополнительно денег в месяц вы будете отстегивать, чтобы оплатить абонементы вот за все вот это, что включено здесь в цену. Вы только подумайте. Так, залетели, значит, мы в кафе. Ребята хотят попить кофе. Здесь есть тортики, ну такое, как говорится, первой необходимости. Ага, видите, кинотеатр даже есть. И снова выход на летнюю террасу. Вообще огонь. Вот с таким вот видом. Сейчас мы пройдем в квартиры, посмотрим две квартиры, 1+1 и 2+1. Ага. Вот, немножко такой видовой вид на горы. Шикарно. Вот такой подъезд. Так, вот так правильно цвет передать, а не такого зеленоватого цвет морской волны. Или как он правильно? У меня, конечно, там дома пипец, какой хаос. Ну, ничего страшного.
Так, вот мы пришли в первую квартиру. Илюша, мы. Эту квартиру снимаете непосредственно вы? Да. Один плюс один? Один плюс один. Так. Залетаем. Да убери там, что это. Я заходить не буду. Заходите. Как есть, как есть. Мы же здесь так, живем. Так, часы. Привет. Привет. Мы же здесь живем. Рум-тур. Значит, квартиры сразу этой. Полная отделка сдавалась. Кухня. То есть все, ну получается здесь все было? Здесь все было, да, укомплектовано, да. Угу. То есть можно вот так вот все полностью сделать, всю квартиру. Вот. Вилочки, ложечки, кружечки, стаканчики, это все да. Укомплектовано. Мебель, конечно, да, прикольная, вот это стиль, как он, стиль лофт. Телевизор, бытовая техника, диван, все, подушечки, шторки, это все вот входит, если заказывать, чтобы укомплектовать угу. квартиру. Здесь балкончик. Шикарный. Балкон. Смотрите. О, вид на любимые горы и вид немножко в этот комплекс во двор на футбольную площадку. Ну и, соответственно, это другие уже жилые комплексы. Шикарнейшее панорамное остекление. Ой, даже весь декор, тенты. Декор, все входит вообще вот угу. в укомплектовку квартиры. Такие зеркала красивые по бокам, все из камня. А вот, да. А можно, почему? Ну, пускай, ну, пускай там у меня вещи, но мы же здесь живем. Ну, да. Смотрите, как прикольно. Да, оп! Дверь задекорировали, обалденно вообще. С часами. Главное, за стрелку не дернуть, да? А тут? Ну, тут девочки живут. Так. Много там. Прекрасная. Люстра. Телевизор. Зеркала по бокам. Не обращайте внимания на вещи. Здесь живут все-таки люди. Все здесь вот так. Шкафчики. Прекрасно. Хуавей его называют. И вот такие вот шкафы. Да, очень классно все под дерево. Да, прикольно. Стоит, естественно, сплит-система. Без этого вообще никак. И стиральная машина, шкафчики. Туалет. Ну, все как положено. И вот так вот стиральная машина. Шкафчик. С зеркалом. Мы уже вышли с этого комплекса, и я хочу закинуть такую вишенку, как говорится, на торте. Несмотря на то, что здесь до моря идти буквально 8 минут, здесь ходит трансфер. Прикиньте, бесплатный, несколько раз в день курсирует. А еще здесь ходит трансфер в Аланию, в саму Аланию, в центр, возит, и тоже совершенно бесплатно. Вот такой вот жилой комплекс, очень слов даже не могу подобрать. Обалденный. В общем, вот он за моей спиной, вот он вход. Пишите по ссылочкам, кто заинтересовался этим комплексом. Говорите, что обязательно говорите, что вы от нас, от нашего канала. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Это Турция и наш сезон. Турция своим ходом.